Обвиняемого в смертельном ДТП ухтинца Никиту Князькина принудительно доставят на суд в Котлас. Очередное заседание не состоялось. Как сообщает портал Коминформ, неделю назад обвиняемый упал и повредил колено, поэтому не смог явиться в Котлас. Однако суд запросил отчет от Ухтинской поликлиники. Лечащий врач дал заключение, что травма не препятствует явке на заседание. Но Князькин сообщил, что уже не может оперативно добраться до Котласа, да и боль в колене дает о себе знать. Так или иначе, в прокуратуру Ухты передан запрос о возможности принудительной доставки обвиняемого с помощью судебных приставов. Следующее судебное заседание намечено на 2 апреля. Дело о ДТП с тремя погибшими длится уже больше года, но если вину Никиты Князькина докажут, ему грозит до 13,5 лет лишения свободы.